Здоровенькі були, дорогі друзі, с вами Костя Даява. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Антон Норвит 3. Все как всегда. И сегодня, как вы поняли по названию ролика, я вам расскажу баг, на котором можно заработать овер дофига денег. Да, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Сразу Фалин, канал Эван, самый лучший канал. Прокурору сразу же привет. Он вовремя тут просто очутился. Какая, можно сказать, предыстория, да? Хорошо, ща, Фалин, тебе тоже привет. Посмотрите, сколько сразу после моего видоса самая популярная работа на Смотра. Не популярная, а самая прибыльная работа на Смотра. Да? Если кто не видел. Ссылочка в описании. Там сейчас вылезет подсказка в правом верхнем углу. Посмотрите, очень, кстати, хороший видос. Что-то, блин, я надеялся, он залетит. У меня думал, как станет самый популярный видос, который у меня на канале 25 тысяч просмотров. Думал, блин, еще один видос на 25 тысяч, ага. Короче, какой прикол. Сижу я такой себе дома, смотрю видосики на ютубе. Ничего не предвещало беды. Жду обновления, насмотрим там. Так, я надеюсь, я не очень громко. Сразу извиняюсь. Сижу такой. На Чероне, кстати, 1000 пробега. Сижу, и тут пишет Димон. Типа... Называется, только начал рассказывать, и меня кикнуло. Зашибись. А не, меня не кикнуло, лол. Так, третий раз меня уже сюда... А чё по интернету? 130. Да не, пинг вроде норм. Да. Так, если меня еще раз сюда... Давайте еще раз тпхнет, я разыгрываю 1 миллион. Ну вот и слава, да. Короче, так я не сказал. Сижу я себе дома, не привещаю беды. Да. Пишет Димон. Типа... Ну кто давний подписчик знает, кто такой Димон, а.к.а. Талибас. Типа, Пашок, ты знаешь, здесь новый баг нашли. Я такой, в смысле, какой баг? Ну типа, можно x2 валюту получать, я такой. В смысле, это же было еще, наверное, года 3 назад, я бы сказал. Когда там на таксишках получали. Он такой, да не, сейчас есть такой баг на медиках. Так, я надеюсь, меня не кикнет. Заебись. А, у меня интернет пропал. Короче, перезашел. Вот, говорит, типа, едь, устраивайся на медиках. И... Коротко давайте о баге расскажу. Типа, устраиваешься на медиках, получаешь 4 выговора, и тебе оплачивают 2 раза. Я такой, в смысле 4? Там же 3 максимум. И начал дальше рассказывать. Я сейчас вам все расскажу, но перед началом хотел бы сказать, что вот такой вот S2000, который мы тюнили на серию, так, некрасиво. Можешь нормально стать. Короче, жопу будем смотреть. S2000. Если съесть внутрь, все вернется назад. Все, во. Чисто стенд, типа проект. S2000 750 тысяч. И бизнес на 30 тысяч за 6 миллионов. 30 тысяч выплаты за 6 миллионов. Вот. Пишите мне в ЛС. Закончить смену. Давайте заканчиваем. Продолжить смену. Пишите в ЛС, ссылочка там в описании. Короче, суть бага. Давайте возьмем. Нам надо все, чтобы показать. Я вам покажу на 2 пациентах, можно так сказать. Только, бляха-муха, надо ответы найти. А ответы где? В ролике с Эвана предыдущем, где я рассказывал о топ-10 работах на сервере Смотра МТА. Ссылочка в описании. Ладно, там есть, да. Короче, сейчас нам надо, главное, правильно ответить. Не, я просто представляю, это же по совместительству и самая популярная, и самая высокооплачиваемая работа. И плюс еще есть баг на X2. Это шедевр! Я представляю, если так просто сидеть, кататься, и просто там заработать лям, а потом X2 и тупо 2 лимона. Ты шо гонишь? Мне кажется, его скоро пофиксят, но пока его не пофиксили, пацаны, развивайтесь, зарабатывайте деньги на обнову, потому что, мне кажется, на обнову... Хотя, блин,
после каждой обновы все ты смотришь на эту смотру и кажется, что и уже ничего не поможет, а вдруг. Короче, подходим к пострадавшему. Обследовать пострадавшего. А, не, нам надо 3 вызова. У меня аж 0 выговоров. Не была включена мигалка. Вы получили предупреждение. Так. Это уже хорошо. Так, можно мне сразу ответить? Вроде можно. Так. У меня это было громко. Давай, я успею. Где эти ответы, блин? Вот, нашел. Нет. Вот. Алкогольного опьянения. Потерпевший стошнило, и он потерял сознание. Простое алкогольное... промыть желудок. Есть здесь? Вот. О! Прикол, тут еще одна тёлка лежит. Так, 21 000. Ну, в принципе, ну, пацаны, вы только зашли, 21 000, это вообще изи. Так, у меня пока что есть одно предупреждение. Not bad. Называется, другие люди, наоборот, их не получают, а ты здесь просто специально коллекционируешь, я бы сказал. Так, мне кажется, второй вызов будет или в SF, или в LV. Где-то там. Так что я стану вот здесь, чтобы, если что, поехать сразу в LV или в SF. А, да. Так что ждем. Что здесь C4 забыло в воде? Не знаю, может, там же рублевку добавили? Ну ладно. А нет, пацаны. Нам повезло. Лос-Сантос Вердант Булс. Это, если не ошибаюсь, автосалон Мерседес. Нет. А, Мерседес я забыл-то. Кто это нас подрезает? На М8 своей. Блэк или кто это такой? Так. Ясно. Короче, давайте мы уже подъедем и продолжим, чтобы я вас здесь просто не мучил тупыми разговорами, можно сказать. Сейчас мы подъезжаем, где-то здесь наш потерпевший лежит. Мне кажется, у него сейчас будет что-то... Не знаю, что может быть. Состояние судорог или озноб, короче, пацаны. Что-то... Все, у вас вы получили предупреждение. Так, у меня уже есть 2 предупреждения. И теперь нас, можно сказать, после этого человека сразу же следующий. Если вам интересно, вы скажете, типа, как больше заработать, если предупреждение получаем. Просто врубай мигалки. Когда вы же хотите завершить эту работу, тогда вы просто врубаете и катаетесь под пациентом. Так, и что у нас? Жуткость смущенности. Так, что у нас есть такое? Называется... сильнейшее человеческое состояние, одно химическое. Так, излечь органы. Да? Или что там? Да, излечь на месте. Посмеяться, излечь на месте, все. Блин, 20 000, что-то мало. Вот на втором ранге там уже по 50 000 мне платили за вызов, вы что, гоните? Ну такое, типа 20 000. Рили, ну такое. Сколько там, я не помню. 3 или 5 человек отвезти вам, и уже у вас будет второй ранг. Да. Так, второй будет, мне кажется, в ЛВ. Так что я сразу направляюсь сюда. Но если будет в ЛС, то нам повезет очень сильно. Вот, так что газуем. Валим на гелике, да, или гелим на валике. О! Посмотрите, пацаны, сразу угадал, что это Лас Вентурас. Просто верну вашего любимого, бывшего мужу, жену, ссылка в описании. Блин. Ссылка в описании, да. Так, куда нам надо ехать? Ага, в бургерную. Короче, кто-то нажрался в Макдональдсе, я понял. Блин, как же офигенно ездишь и просто штрафы не получаешь на полном газу. Еще бы не хватало, что меня кикнуло, бляха-муха, я не записывал видос. Обязательно включите мигалку. Конечно. Не, ну какой это вообще... Я не знаю, кто этот баг нашел. Мне вот Димон сказал. А кто нашел мне? Вернее, кто нашел вообще этот баг? Это как надо вообще быть? Ну, типа так повести, чтобы найти этот баг. Короче, какой суть бага? 4 предупреждения нам получить, конечно же, нельзя, да? Ну, как можно получить? Короче... Мы выходим с медицинской кареты, можно сказать, и нам ничего там, минута, садитесь или транспорт пропадет. Здесь такой дичи нельзя. Можно получить, как бы, если по правилам ездить, 3 предупреждения. Но 4-е дается, если вы
Например, можно сразу с два получить. Это не включить мигалки. Это одно, это уже нас третье получается. И четвертый за то, что медицинская карета, то есть офигенное мне место. То есть скорая помощь находится слишком далеко от потерпевшего. Это получается 4. Только что это за подстав? А, он тут лежит. А, вон он лежит. А если я еще следую, мне еще денег дадут? Лол, вон. Вы получили 3 предупреждения, вы уволены из городской, получили опять 3 предупреждения. Ваш доход 41. Лол. Это рили работает. А ну подождите, если я обнаружен пострадавший, мне еще денег дадут? Я не знаю, как этот видос назвать, чтобы он был кликбейтный. Химическое пищевое отравление, это у нас в больницу. Отнесите пострадавшего карету скорой помощи. Блин, а надо было не в больницу, а что-то такое другое выбирать. Ну ладно. Блин, рили дали сколько это? 82 644. Лол. Хотя я заработал только 41. Блин, это такая имба сейчас походу будет работать. Я поехал бы сейчас даже и поработал. Но что-то я смотрю, как я сел только что в Чирон, и что-то я передумал. А, кстати, а карета осталась наша? Вот, она тут здесь стоит или нет? Блин, жаль, что ее. Если бы она еще осталась, лол. Не, ну это вообще имба, пацаны. Тупо можно работать. Например, заработать там... Ну сколько я говорил? 680... 600-800к... Типа в час это изи вообще на этой на медиках. Это на первом, втором, третьем ранге. Даже на первом, втором можно такие деньги заработать за час. А представляете, если вы получите пятый, шестой. И потом поработаете. Не, ну это вообще топ. Короче, ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Если вы знали об этой баге. Об этом баге. Сори. Сейчас что-то напишет. Тэм, бэдло. Короче. Пишите, как вам баг. Ставьте лайк, если вам этот видос был полезен. Надеюсь, этот видос был полезен. Ну, с вами был Эван. Спасибо, Димону, хэштег. Всем удачи, пацаны. И всем пока.